Всем привет! С вами снова повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Поехали! Сегодня на моей домашней кухне мы приготовим бесподобное, нежнейшее печенье из манной крупы. Итак, что нам для этого понадобится? 125 грамм сахара, 125 миллилитров или йогурта, или кефира, 2 яйца, 125 грамм масла, 400 грамм манки. И надо иметь про запас, чтобы чуть-чуть подсыпать, вдруг будет не хватать. 200 грамм сахарной пудры. Это мы будем обваливать печеньки. Так, это ванильный сахар, это распушивач. 10 грамм распушивача. Так, столовая ложка какого-нибудь или джема, или варенья. И, конечно же, 2 яйца. Начинаем готовить. Итак, для начала мы разобьем 2 яйца. Так, добавим варенье или джем. Кому как нравится, то, что хочет. И у меня йогурт. Добавим йогурт и сахар. А теперь мы все это хорошенечко размешаем. Я добавила масло, и теперь мы эту массу всю хорошо взобьем. Так, здесь 2 чайные ложки, как сказать, распушивач. Не помню, как по-русски. Так, и добавим чайную ложку ванильного сахара. Вообще можно вместо ванильного сахара добавить цедру лимона. И будет тоже сказочно и очень хорошо. Так, и добавляем 400 грамм манки. И этого нам может даже и не хватить, и придется подсыпать. Так что будьте внимательны и будьте готовы к тому, что этого может и не хватить. Так, и мне, как вы видите, именно не хватает. Так, что мы делаем? Мы берем и добавляем еще. Смотрите, что я делаю. Добавляю. Так, должно получиться довольно-таки крутое тесто. Так, посмотрите, какое красивое, эластичное тесто у меня получилось. Оставляем для набухания манки на 20 минут. А для этого, пока мы приготовим противень и зажжем. Так, смотрите, тесто готово, сахарную пудру насыпаем в такую тарелку удобную и начинаем формировать наши печеньки. Берем кружочек, так, и обваливаем в сахарной пудре. Когда будет печенье в духовке, оно достаточно сильно увеличится. Так что учитывайте это при размещении
Так, напротив. У меня вот так получилось. И теперь я ставлю в духовку на 15 минут. Но вы придерживайтесь своих духовок, потому что все духовки работают по-разному. Итак, ждем. Ну вот такое нежное печенье у меня получилось. Пробуйте, наслаждайтесь вкусной едой. Понравилось? Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Пока, правда, мне пишут только хейтеры. Ну, хотелось бы увидеть и что-то более приятное, включая ваши рецепты. Итак, пока!